Здравствуйте! Наше задание – разложить на множители число 36. Переходим к рабочей области, где мы будем проводить все расчеты. Итак, число 36. Начнем с наименьшего, простого числа, которое только может быть. Единицу мы в счет не берем, так как это непростое число. Начнем мы с двойки. 36 делится на 2? Конечно, делится. 36 – это четное число. 36 равно 2 умножить на 18. Давайте это запишем. 36 – это 2 умножить на 18. Это мы записали 36 в виде произведения 2 и 18. 2 – это простое число, а вот 18 – это составное число. Мы можем и его разложить на простые множители. Так и сделаем. Делится ли 18 на 2? Да, делится. 18 – это 2 умножить на 9. Теперь у нас 9 – составное число. 2, как я уже говорила, это простое число. 9 не делится на 2, но делится на 3. 9 мы можем записать в виде произведения 3 и 3. Таким образом, мы можем сказать, что 36 – это 2 умножить на 2 умножить на 3 и умножить на 3. Вот мы и разложили число 36 на простые множители. Все эти числа просты. Давайте теперь введем это произведение в поле для ответа и проверим, все ли мы правильно сделали. 2 умножить на 2 умножить на 3 умножить на 3. Можно, в принципе, и самостоятельно проверить. Мы можем перемножить все эти простые множители, и если в результате мы получим 36, то это значит, что мы все правильно сделали. Ну что ж, проверяем. Да, все верно. Рассмотрим еще одно такое задание. Нам нужно разложить на множители число 30. Тот же самый процесс. Итак, число 30. 30 мы можем записать как произведение 2 и 15. 15 на 2 уже не делится, но делится на 3. Это то же самое, что и 3 умножить на 5. И 3, и 5 – это простые числа. Они имеют только два делителя – единицу и самого себя. Значит, число 30 раскладывается на простые множители следующим образом. 30 равно 2 умножить на 3 умножить на 5. Вводим это произведение в поле для ответа. 2 умножить на 3 умножить на 5. Все верно. Выполним еще одно такое задание. Нас просят разложить на множители число 73. Это уже интересней. Ну что ж, попробуем разложить 73 на простые множители. 73 – это нечетное число, следовательно, оно не кратно 2. Возможно, 73 делится на 3? Мы знаем, что число делится на 3, если сумма всех его цифр делится на 3. 7 плюс 3 – это 10. 10 на 3 нацело не делится, а значит и 73 на 3 нацело не делится. Какое число идет дальше? Это 4. Но 4 – это не простое, а составное число. И если 73 не делится на 2, то на 4 оно и подавно делиться не будет. На 5 число 73 также не делится. Чтобы число делилось на 5, в разряде единиц у него должно быть либо 5, либо 0. Здесь у нас, как видите, цифра 3. На 7 число 73 тоже не делится. 7 умножить на 10 – это 70. Получается остаток 3. 73 – также не кратно 11. 11 – кратны числа 66 и 77. Похоже, что кроме единицы и самого себя у этого числа нет больше делителей. Значит, мы можем сделать вывод, что 73 – это простое число. Мы не можем его разложить на простые множители. Поэтому в поле для ответа мы записываем само число 73. Здесь мы даже не записываем произведение 73 и единицы, так как единица – это непростое число. У единицы, в отличие от простых чисел, только один делитель. Единица делится только на саму себя. А у простого числа два делителя. Это единица и само это число. Значит, сюда мы записываем просто 73. Проверяем? Да, это правильный ответ. Вот и все. Надеюсь, вам все было понятно. До скорых встреч!